недавних пор моя страсть к корейским внедорожникам от «Автограда» еще и больше увеличилась, потому как этой зимой я покатался и полазил на 2-литровом турбодизеле. Ну, конечно, брызговики себе поотрывал, но машина очень проходимая. И вот сейчас мы представляем новый Кайрон. Специально обновленный, потому как почему-то филейная часть предыдущего Кайрона не сильно понравилась покупателям. Но, опять же, оперативное мышление корейского автопрома. И вот он, очень солидная, скажем так, попка, ну, которая очень сильно похожа, опять же, на попу приличных джипов. Ну, хотели — получили. Ладно. Потеряли в оригинальности, но получили что? Получили автомобиль, ну, с хорошими показателями по аэродинамике и с неплохими движками. А сегодня и сейчас «Автоград» предлагает еще и супер цену. И вот я подумал, вот что-то, наверное, поторопился год назад, потому как надо было «Кайрон» брать. Потому как «Кайрон» новый есть и с теми же 2-литровыми турбодизелями, но мы взяли чисто мерседесовский вариант 2.3. Вот, с всевозможными блокировками, и сзади там под нами мост стоит, тоже с блокирующимся дифференциалом. И не понимаю некоторые автомобильные передачи, которые почему-то сравнивают вещи несравнимые. Также не понимаю я, зачем они лазят на джипах, куда-куда лазить не надо. Это нонсенс. Но вот мы решили полезть на джипе туда, куда лезть можно. Прямо в реал-тайме, ничего нового и не придумаем. Просто остановимся, переведем рычаг коробки передач 4-ступенчатой мерседесовской. Нейтральное положение и включим для начала 4 хай. Или может 4 лоу? Ну, давайте на 4 хай полезем. Так, все. За моей спиной атмосфера поменялась. Теперь, ребята, я попрошу по самому... Ну, ладно, стараемся проехать. Так, ну что ж, помпас, так помпас, поехали. Че? Да. Чудо, чудо, между прочим. Когда-то мы сюда лазили на джипе «Компас». Ну, пролезли. Теперь полезли на более серьезном джипе. Настоящем джипе от «Сан-Янга». По-моему, все понятно. И на 4 хай мы едем там, куда вот лазить немногие захотят. И на 4 хай мы спокойно проезжаем. А вот здесь встал более крутой джип. А мы и не встали, а мы едем. Так, дорога — это не дорога, это вот не ESP сигналит, что дороги здесь нету. Но раз мы на Геленвагене, то можно и проехать. Вот у нас перед нами стоит симпотная лужа, и перед нами стоит дилемма: стоит ли туда лезть. Ну, попробуем. Разогнавшись, вам все понятно? Или я еще что-то должен вам доказывать? Что, ребята, «Автоград»-то вещь продает, понимаете, вещь. Сюда до нас никто не лазил, только-только снег сошел. Это 4 хай. Ну, а теперь мы покажем джип в деле. Потому как за нашей спиной сидит один из лучших менеджеров сети «Автоград», с которым мы лазили, помните, шоу в трусиках. Так вот, сейчас не шоу в трусиках, сейчас кайроновское шоу там, где еще никто не лазил. Боже мой, я просто удивляюсь геленвагеновской проходимости, знаете, просто под впечатлением. Давайте и вы насладитесь этим автомобилем за сумму 740 тысяч рублей.